سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل. Менять слово Аллаха Джалла ва Аля.
сказав: «Он Аллах, который сказал: «Ма юбаддалу кавлу ладайя». Я не меняю свое слово. Если он сказал: «Бисмилляхи рахмани рахим», «Инна Аллаха ла югайиру ма би каумин, хатта югайиру ма би анфусихим», то кто-то может ли повлиять на Аллаха джалла ва аля и поменять его установки? Его законы и нормы не меняются, потому что он заранее знал. Его знание – это могущественное, он всезнающий. Поэтому он сказал: «Инна Аллаха ла югайиру ма би каумин, хатта югайиру ма би анфусихим». Сегодня, если мы что-то хотим менять, нам надо в первую очередь обратить внимание на себя, задаться себе вопросом: а сколько ты сам поменялся? Что ты изменил в себе, побоявшись Аллаха, ища довольство Аллаха, проявляя любовь к Аллаху, проявляя Ему покорность? Задаться себе вопросом, и когда это произойдет, а потом ты найдешь себе ответ: до тех пор, пока ты не поменяешься, в обществе ничего не поменяется. Значит, причиной становишься ты всех бед и страданий. Причиной всему, что творится кругом, являешься ты. Но не нужно показывать на людей пальцами. Нужно показывать на себя. Пока ты сам не поменяешься, ничего не поменяется. Такова воля Аллаха джалла ва аля. Если ты покорен Аллаху джалла ва аля, если ты любишь Аллаха джалла ва аля, поменяйся. Если кто-то вам скажет, что не получается, что не может, не верьте ему. Он лжет. Он обманывает. Он врет. Он неправду говорит. Если бы не поменялось, Аллах не сказал бы: «Инна Аллаха ла югайиру ма би каумин, хатта югайиру ма би анфусихим». Значит, человек может поменяться. Значит, он обманул. Он покорен не Аллаху, а шайтану, который является врагом, о котором Аллах сказал: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, инна ш-шайтана адуввун, фаттахидуху адуввун». Воистину, шайтан, он враг. Считайте его врагом. Не дружите с шайтаном. Не будьте покорными шайтану. Это человек, над которым верх взял шайтан. И он подружился с ним. Он стал его помощником.
помощником врага Аллаха Джалла ва Аля, помощником своего врага. Разве мы хотим быть помощниками шайтана? Если кому-то скажешь, а ты помощник шайтана, он скажет нет. А кем же он будет после того, как он стал на его путь шайтана? Он его друг. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Опомнитесь, воистину партия шайтана, они потерпели неудачу. Поменялись люди. Люди, которые не знали, кроме войны и крови. Люди, которые не знали, кроме крови, кроме того, чтобы отбирать у людей имущество, забирать. Они поменялись. Они были вчера обреками. Сегодня они стали самыми лучшими. Они были ворами, но они стали лучшими. Они были пьяницами, они прекратили выпивать. Они проливали кровь, теперь они защищают кровь. Они забирали у людей имущество, теперь они дорожат чужим имуществом. Есть ведь великие примеры в этом. Читайте историю. Читайте побольше. Читайте про сподвижников. И тогда действительно мы получим информацию, в котором четко и ясно рассказывают, как эти люди поменялись. Умар, ради Аллаху ан, правитель мусульман, второй халиф. Помните, кем он был? Помните, каким он был? Помните его доисламский период? И помним послеисламский период? Разве мы не чувствуем разницу? Разве мы не видим это все? Разве мы не читаем об этом? Разве не пишут об этом до сих пор? И будут писать. Потому что нашу историю создали они. Они показали человечеству, как можно меняться в лучшую сторону. Как человек может поменяться. Он Умар, которого боялись. От которого люди не знали, как защититься. Которого избегали, от которого убегали. Однажды посланник Аллаха говорит каждому из подвижников: расскажите что-нибудь, интересную историю, которая у вас случалась доисламский период. И когда очередь дошла до Умара, Умар говорит: «Я Расул
Расул-Аллах. Однажды мой отец оставил меня дома, чтобы охранять богов. Охранять тех богов, которые были сделаны нашими же руками. Из теста фиников. Я, говорит, сидел возле этих богов. Меня охватил, говорит, голод. Я стал голодным, я Расул-Аллах. Не было другой еды. И я, говорит, решил поесть этого бога. Сначала, как я поломал ему руку, покушал, потом левую руку покушал, потом голову ел, потом все поел я, Расул-Аллах. А потом, говорит, я нашел, говорит, финики, опять, говорит, месил и сделал такого же бога, пока отец не пришел. Посланник Аллаха посмотрел на Умара и говорит: «О, Умар, а что, разум отсутствовал, что ли, у тебя?» Он говорит: «Разум был, я Расул-Аллах, но не было аль-хидая. Ман яхдихи Аллаху фаля мудилля лах, ва ман юдлил фаля хадия лах». Этот Умар либо знал, что как можно поклоняться тому богу, которому, который сам лепил, но не было аль-хидая. Но этот Умар, радиаллаху анху, поменялся. Он стал лучше. Он стал вторым после Абу Бакра, ради Аллаху анху. Однажды посланник Аллаха схватил за руку Умара и сказал: «Клянусь Аллахом, Умар, после допроса первым ты войдешь в рай. После допроса первым ты войдешь в рай, о Умар». Сподвижники, которые стояли рядом, сказали: «Я, Расул-Аллах, как так, чтобы Умар вошел раньше, чем Абу Бакр?» Посланник Аллаха говорит: «Вайхакум, горе вам! Как вы могли думать, что Абу Бакра будет останавливать для допроса? Почему я, Расул-Аллах? Потому что разве, говорит, Аллах не сказал: Бисмиллахи ррахмани ррахим, иннама юваффа ас-сабируна аджрахум бигайри хисаб». Аллах дает рай для терпеливых рабов своих без суда и следствия. Аллаху акбар. Однако Умар первый после допроса войдет в рай. Эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будучи правителем мусульман, он отправляет воинов под предводительством Абу Убайда ибн аль-Джаррах, чтобы освободить Палестину, Аль-Акса Аль-Мубарак, Акса, которого мы потеряли. Он отправляет воинов. Они освободили Палестину, освободили Иерусалим. Тогда он назывался Ур-Шалим. Патриарх
Иерусалима, сказал: «Я ключи от Аллаха не отдам, кроме тому человеку, который описано в нашей книге Инжиль. Приведите его, я к нему отдам эти ключи». И он описал его. Это все совпало с Умаром, радиаллаху ан. Умар где? В Медине. Палестина где? Около 1000 километров между Мединой и Палестиной. Они могли насильно забирать. Нет, они этого не сделали. Они отправляли письмо Умару, чтобы приехал правитель мусульман в Палестину. Умар, радиаллаху анху, сразу решил отправиться в путь. Но он с собой не забрал ни охраны, ни воинов. Он туда не забрал эскорт, чтобы его сопровождали. Он не искал славу, он не искал довольство людей. Он всегда искал довольство Аллаха Джалла ва'аля. Поэтому он доволен был им. Он готовит одного молодого человека, готовит одного коня и готовится сам. Али ибн Аби Талиб подходит и говорит: «Я амир аль-муминин, дорога очень длинная и утомительная, вас двое, а верховой лошадь у вас один. Тяжело будет, я амир аль-муминин». Умар посмотрел на Али и сказал: «О, Али, никогда не подумал бы, что ты скажешь так». «Разве я этот лошадь своего кармана взял? Это же из общей казни, Али. Оно не мне принадлежит. Это все принадлежит мусульманам. Разве я могу относиться к общему добру так, о Али?» Али, ради Аллаху анху, человек, которого любил Умар. Али тот человек, с которым Умар делился, ради Аллаху анху. Однако, когда надо, он и останавливал Али, так же, как и Али останавливал Умара, ради Аллаху анху. Мы дополняем друг друга. Мы дополняем друг друга. Дальше что? Умар, радиаллаху анху, оставил Медину позади, остановился и сказал этому молодому человеку: «Слушай, брат, нас двое, а верховой лошадь у нас один. Если я буду верхом, а ты пешком, получится, что я притесняю тебя. А если ты верхом, я пешком, то ты притесняешь меня. А если мы оба верхом, то мы притесняем этого животного. Как же быть?
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله указывает справедливостью и добротой. Умар не мог быть несправедливым. Человек, который воистину верил в Аллаха, воистину верил в посланника, воистину верил в эту книгу. Как бы тяжело ни было, он должен проявить справедливость во всем. И теперь он находит решение. Он говорит: один час я буду верхом, а ты пешком. Другой час ты будешь верхом, а я пешком. Третий час мы оба будем пешком идти, а наш лошадь должен отдыхать, есть. Какая справедливость! Вот так они прошлись около 1000 километров. Умар босый, на нем халат, весь в латках. Он же правитель мусульман. И когда они дошли до Иерусалима, дошло время, что Умар должен был спуститься с коня и посадить этого молодого человека. Умар спустился и говорит: теперь ты, говорит, садись на этого коня. Этот молодой человек говорит: я амир аль-муминин. Как? Тебя там ждут. Иди пешком, а я верхом. Что они подумают, я амир аль-муминин? Правитель мусульман пешком, а его подданный верхом, он босый и по песку. Фала хавла вала куввата илля биллях. Я не могу этого позволить себе, я амир аль-муминин. Умар посмотрел на него и говорит: слушайся. Ибо он знал, что нужно везде и всюду проявить справедливость. Не то Аллах Джалла ва Аля не будет доволен. Он искал довольство Аллаха. Он не искал славу. Он не искал денег. Он не искал власть. Он искал довольство Аллаха Джалла ва Аля. Он сел, а Умар пешком, с уздечкой в руках, в руке. Умар идет впереди коня, на коне верхом этот молодой человек. И вдруг их встретил конница Абу Убайдат ибн Джаррах. Абу Убайда радиаллаху анху посмотрел, видит Умар весь потрепанный, уставший, не искупавшись, босый, по песку, с уздечкой. Ля хавла ва ля куввата илля биллях. На нем халат в латках. И теперь он говорит: а фи хаза аль-хали амир аль-муминин. И ты вот так покажешься им, я амир аль-муминин. И ты вот так войдешь в Иерусалим, я амир аль-муминин. Тогда, когда их патриарх
У него халат сшитый золотом, а его головной убор из золота, я амир аль-муминин. И ты вот так покажешься? Сказал вай-хак я Абу Убайда. Горе тебе, о Абу Убайда. Он взял песок и бросил в лицо Абу Убайда и сказал: никогда не подумал бы, о Абу Убайда, что и ты так скажешь мне. Потом Умар говорит эти слова, слова которых нужно написать золотыми буквами. Нахну каумун а'аззана Аллаху биль-Ислам. Мы народ, которых Аллах возвысил исламом. А когда мы увидим нашу возвышенность в другом, кроме ислама, азаллам Аллах, Аллах унизит нас. Аллаху Акбар. Как же сегодня нам не хватает такие люди? Как же мы нуждаемся в этой справедливости, амир аль-муминин? Они не могли позволить себе хорошее одеяние. Они не могли позволить себе хорошую еду, пока последний бедный мусульманин не насытится. Однажды, находясь на минбаре, из живота Умара, радиаллаху анху, раздается крик, гул. То есть он ел только масло оливковое и хлеб. Поэтому, говорит, его цвет лица, говорит, был желтым, ради Аллаху ан. Он мог позволить себе лучшее. Он мог позволить себе самое сладкое. Он мог позволить себе самое красивое. Но он не мог позволить себе это, потому что Аллах велел ему быть справедливым. Поэтому он искал довольство Аллаха. Вы знаете, что он сказал? Каркири, ауляту каркири. Ты давай звук или не давай звук. Ты бурчи или не бурчи. Ты не поешь мясо до тех пор, пока последний бедный мусульманин не может позволить себе это. Аллаху Акбар. И этот Умар, ради Аллаху ангу, вошел в Иерусалим вот в таком виде, вот в таком образе, вот в таком одеянии, ради Аллаху анка я амир аль-муминин. Патриарх Иерусалима посмотрел и сказал: это он, тот, который описан в нашей книге Инжиль. Взял, отдал ему ключи от Аль-Акса Аль-Мубарак. Умар радиаллаху анху в тот день, в тот ночь не пировал. Он не кричал и не орал. Он не хвастался этой победой. Он вошел в мечеть Аль-Акса Аль-Мубарак. Встал на молитву. До утра плакал. Просил у Аллаха прощения. Поблагодарил Господа миров за эту милость. И до утра он плачет. Его борода вся мокрая. Сподвижники говорят: я амир аль-муминин. У нас победа. Мы освободили Аль-Акса. Он в наших руках.
А ты плачешь, я, Амир аль-Муминин, почему? Что случилось? Что происходит? Умар радиаллаху анху говорит: о мои друзья, о мои братья, Палестина — это плодородная земля, богатая земля. Я боюсь, что мусульмане теперь разбогатеют, а потом забудут Аллаха Джалла ва'аля. Забудут хозяина, забудут Господа миров. А потом Аллах заберет у нас это. Я этого боюсь, поэтому плачу. Случилось все, что сказал Омар. Омар не мог по-другому поступить. Потому что он видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вошел в Мекку, когда он освободил ее. Он был свидетелем тому, что он видел, и как он видел посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в день освобождения Мекки вошел в этот город мутрикан Рапса, опустив голову, еще раз опустив голову, поднимая головы, у которых есть гордость. А посланник вошел, опустив голову, в день победы, в день освобождения Мекки. Его лоб был на горбу верблюда. Он плакал, саллаллаху алейхи ва саллям. Он плакал. Он просил у Аллаха прощения. Он просил у Аллаха довольства его. И Умар не мог этого не заметить, радиаллаху анху. Умар тот, который слышал, что Аллах говорит в Коране: «Бисмилляхи рахмана рахим, лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Воистину, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для вас стал примером подражания. И Умар не мог по-другому думать и мыслить. Умар по-другому не мог делать и поступить, ибо он человек, который за 8 лет наизусть выучил из Корана только сурату Бакара. Не потому, что он не любил Коран, а потому что он за каждым аятом следил, следовал, а потом только второй аят выучил. Мы читаем Коран, но мы не следуем за ним. Мы читаем аяты, почему-то не делаем выводы. Мы слышим хадисы, не следуем. Почему это так? Ведь Аллах велел нам быть справедливыми. Бисмиллях рахману рахим. Аллах говорит: «Ваида хакамтум байна нас, антахкуму биль-адль». وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. Когда вы будете судить людей, не только мусульман, людей,
кого бы не было, а тахтуму биладу, будете судить по справедливости. Такова воля Аллаха Джалла ва'аля. А теперь покажите людей, которые проявляют нести справедливость, где они есть. И когда мы отходим от норм Аллаха Джалла ва'аля, и когда мы не меняемся, Аллах ничего не может менять. Не потому, что Он не сможет. Он может это менять. Но Его закон таков. Он так сказал. Он так хочет, Джалла ва'аля. Поэтому, дай Аллах, чтобы мы поменялись. Ребята, несовместимо читать Коран, изучать его, выучивать его, потом не проявить справедливость. Несовместимо читать Коран, учить хадисы и не жить по ним. Несовместимо выучивать Коран, а потом не проявлять щедрость. Несовместимо выучивать Коран, а в душе, чтобы у тебя сидел зависть, гордость. Несовместимо, чтобы выучивать Коран, не проявить жалость, милость, милосердие, любовь и сострадание. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в совершенстве знал его. Поэтому он был самым жалостливым, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому он был самым справедливым. Дай Аллах, чтобы мы тоже осознали это все. Дай Аллах, чтобы мы на самом деле проявили максимум справедливости. Ибо так хочет Аллах Джалла ва'аля. Мы не созданы, чтобы жили так, как мы хотим. Мы созданы, чтобы мы жили так, как хочет наш Господь, Аллаху Джалла ва'аля. Дай Аллах, чтобы мы жили так, как хочет наш Аллах Джалла ва'аля. Всех благ. Саламу алейкум.